Привет, друзья, с вами Маркович, продолжаем играть в Force of Nature 2. Я тут застрял что-то прям на базе, кое-что кое-где перестраивал, достраивал, какие-то новые компоненты строил, заменял там корзины на сундуки в некоторых местах, добавлял грядки, построил здесь хранилище для удобрений, чтобы можно было все это дело удобрять, когда у нас там есть удобрения. Ну, потихонечку, конечно, как раз здесь производится, и мы сами сюда их относим, а отсюда они уже распространяются на наши грядки. Грядок у нас там чуть больше, как видите, ну, там буквально пару штук, чтобы пошустрее все тоже у нас выращивалось. Станки переставил, чтобы покомпактнее, поудобнее тоже было, ну, и там покрафтил кое-чего. В частности, еды. Правда, не так много вышло, к сожалению, сейчас, но что есть, то есть. Ну и продолжаем сейчас, естественно, фармить, крафтить, собственно, всем этим заниматься. Я даже еще животными не успел заняться, не успел их там перенести, как хотели, в другие домики. Но это потом потихонечку уже доделается, я думаю, сейчас пока вроде особо не к спеху. Нам с вами этим заниматься, вот. И, в общем-то, чем мы с вами будем сегодня заниматься? Естественно, отправимся в райские острова в наши, вот эти вот, которые мы с вами начали открывать потихонечку. Ну и Питер протанемся, да, ну и дальше попробуем пройти, посмотрим, что там с вами ожидает такого интересненького. Ну, естественно, фарм, гринд, это все здесь... В общем-то, вся игра из этого состоит в основном, судя по всему. Будем продолжать. Но для начала мы с вами в общем займемся. Мы пойдем к столу исследований. Хочу здесь все-таки строительство исследовать, потому что я там увидел, у нас с вами можно еще и коптильню улучшить будет, да, когда у нас с вами будет изучено строительство. А это хорошо, значит, наверное, уголь у нас с вами будет быстрее. Хотя угля сейчас тоже нафармил маленько. У нас тут его, как бы, такие вот запасики имеются. Как видите, и уголь есть, и угольки есть, и все на свете. Но так или иначе, улучшение все равно всегда хорошо, поэтому... Будем это сами тоже исследовать. Так, здесь, значит, нам сами нужно еще чернил дохренище, да? И больше, чтобы обработка бамбука у нас с вами открылась. Но чернил я тоже понаделал, правда, немного. Правда, немного. Но вот у нас с вами еще немножко яиц появилось. Можем, в принципе, попробовать сами еще сделать тогда, их скрафтить. А, вот 6 штук, в принципе, есть. Перья даже есть. В общем-то, что-то мы с вами сейчас изучим обязательно. Может быть, даже что-то проапгрейдим. Посмотрим, как пойдет. Так, что-то хотел еще сделать. У нас перья кончились, да? Опять. Блин. А, ну да-да-да, я же как раз сейчас крафтил стрелы, получается. У нас там вроде как гуси есть, которые с перышками. Давайте пока их заберем. Ощипаем, так сказать. И пойдем еще перья сделаем, которые у нас как раз для исследований нужны. То есть сейчас мы с вами сколько должны будем сделать? Два пера, по-моему, да? Я хочу взять это, я хочу взять вот это вот исследовать. То есть нам два пера не нужно. С вами даже одно перо есть. То есть, в принципе, в общем-то, одно перо можем с вами сейчас сделать. Так, бамбук у нас с вами тоже там есть, если что. Да, и в принципе остальное все можно будет сейчас здесь сделать. Так, тогда мы с вами что делаем? Мы делаем с вами чернила, сколько еще? 5 штук, как раз хорошо. Пригодится нам, сейчас здесь досочки доделают. Тогда уже осталось буквально 10 и все будет хорошо. Здесь мы с вами тоже все возьмем. И нам с вами нужно еще вот что. Нам с вами нужно перо для письма. Еще одно сразу в очередь поставим. Так, ну и пока они там все это делают, мы с вами тогда давайте к столу. Сейчас сначала обработку бамбука с вами исследуем, а там уже дальше и строителя изучим. И появятся у нас с вами какие-то грейды. И какие-то новые рецепты сразу же у нас с вами появляются. Повар уровень 2, кстати, у нас с вами еще появляется тем временем. Тоже, опять же, куча чернил нужно. Папирус, который пока непонятно как делается. Но, возможно, это из того самого бамбука у нас с вами сейчас будем делать. Появились какие-то новые рецепты, я вижу на некоторых верстаках. Сейчас мы с вами побегаем, посмотрим. Даже на оружейном что-то появилось, что-то такое интересное есть. Ну-ка, давайте. Что здесь такого новенького у нас? Дротики появились. Дротики делаются просто из веток и из пера. Рецепт 1, рецепт 2. Либо просто из иглы дикобраза делаются дротики у нас с вами. Понятно. Духовая трубка, кстати, вот появилась. Ну, это вместо лука, видимо, да, тоже делается из бамбука, понятное дело. Ну и для этого дротики и нужны, собственно. Урон 6, скорость атаки 1,6. Ну, скорость атаки, конечно, у него приличная. В 3 раза быстрее, чем... у нашего железного лука, и, соответственно, урон будет тоже шустрее. Затрачиваем энергия меньше. Но в целом энергия будет затрачиваться больше. Опять же, если переводить на лук, да, то энергия будет... Да и дротики. Ну, с луком побегаем, в принципе, меня устраивает, что у нас тут как бы стрелы есть, все нормально. Но если что, вот есть альтернатива, так сказать, духовая трубка. Понятно, ладно, хорошо. Здесь мы с вами увидели, что новое появилось. Так, у меня здесь гвозди делались, да? Гвоздики пока на место сложим. Так, здесь у нас с вами тоже перемалывался металл. Давайте его сюда. Ну, железо тоже немножечко у нас с вами появилось. Сколько здесь? 40 слитков есть на будущее, так сказать, задел. Это хорошо. Что-то верстаки у нас с вами новенькое есть. Давайте смотреть. Папирус тот самый как раз-таки, да, либо из пальмы делается, либо из тростника, либо из бамбука. Но при этом еще нужен клей. Так как клей у нас с вами появился. Клей, скорее всего, делается, наверное, на столе алхимика, да? И как он называется у нас? Стол алхимика, да. Здесь что-то есть, что-то новенькое. Сейчас мы с вами тоже посмотрим. Эликсир роста, скорость роста расти... А, я думаю, может для нас. Количество урожая плюс 30, жесть. Ну тут, конечно, и морская вода нужна, и сахар.
и уксус. Кстати, морскую воду мы с вами можем набрать, ведь там получается, да? Клей у нас с вами делается из соли. Так, а соль у нас как делается, кстати? Соль у нас с вами просто из морской воды делается. Ну, короче, в любом случае, нам морской воды нужно будет поднабрать там. Неплохо было бы, да? Для клея, например. Картошка нужна для клея, молоко нужно для клея. Жесть, как много всего нужно для всего. Хорошо, и что-то новое у нас с вами здесь появилось. Сахар мы с вами можем делать из тростника, да? Либо бамбук, либо тростник нам с вами требуется. Мы с вами сможем сделать сахар. Ну, хорошо, хорошо. Ясненько, понятненько. Так, нам бы с вами пирогов еще наделать, на самом деле. У нас как раз там уксус немножко было, и муки вроде бы. А, не, мука потратилась все на лепешки. Ну, ладно. Тогда с этим пока по времени. Ну что ж, ясненько, такие рецепты у нас с вами появились. В общем-то, ни много ни мало. И что-то у нас с вами еще новое в строительстве есть, да, теперь? Корзина из бамбука. Число ячеек для хранения 24. А? А, ладно. Но здесь, конечно, сундука уровни тоже есть еще разные. Но тут материалов нужно до хрена. Вот корзина из бамбука прям вообще хорошо. Либо бамбук, либо пальмовые листья, просто веревки. И сразу число ячеек 24, охренеть, от корзиночки, однако. Неплохо, неплохо. Так, тут нужны и пальмовые листья, и бамбук, да, и веревки. Ну, в общем, довольно занятные вещички, собственно, у нас здесь появляются. Так, вот уже, кстати говоря, и накопился стак у нас с вами нашего любимого виноградного сока, да? Что ж, ладно, хорошо. Так, это еще не все, что ли? Что-то еще появилось? А, да. Ограды разные всякие, ворота и прочее, прочее, прочее. Ну, в общем, понятненько. Так, ладненько, теперь мы с вами переходим к следующему исследованию. Это у нас с вами будет строитель, да? Нам не хватает железного слитка. Давайте еще сюда выведем, чтобы было наглядно видно сразу же, да? Значит, нам с вами нужно взять еще камень один, еще одно перо, получается, железный слиток. Ну, слитки железные у нас здесь есть. Так, камни тоже, естественно, есть. Ну, вот... Перо, правда, там еще пока в очереди у нас стоит, мы ожидаем. Когда они доделают, все так там долго еще. А, ну сейчас они уже почти все доделали как раз, вот уже и перо будет скоро сделано, отлично. Так, все, мы с вами взяли, давайте сразу будем тогда исследовать. Сейчас заодно поглядим, что нужно для крейда будет, этих вот угольных коптилен. Так, строитель, поехали. Готово, мы с вами сразу видим грейды, у нас с вами появилась и для каменной мельницы, и сундуки можно грейдить, да? Так, ну тут понятно, что листы, гвозди нужны, и в принципе число ячеек по 21 ячейки в каждом сундуке у нас с вами будет. Ну, на самом деле неплохо довольно-таки, так что, в общем-то, нам, наверное, может быть, даже эти бамбуковые штуки-то и не нужны особо. Каменную мельницу мы с вами можем проапгрейдить, это прям супер радует, на самом деле. Ну, в общем-то, другого вроде пока грейдить мы особо ничего здесь и не можем, только сундуки и коптильни. Так, что для коптильни нужно? Давайте посмотрим. Куча всего, на самом деле, камни до хрена, да, глины, песок и листы железа. Но на самом деле не такие уж проблематичные ресурсы, как бы, ну, кроме листов железа, но железо у нас пока с вами тоже имеется. В общем-то, так, получается, мы с вами и стеклодувы можем исследовать, да? Так, папирус у нас где? У нас на верстаке уровень 2, он производится. Папирус мы с вами можем сделать, значит, ну-ка давайте посмотрим. Так, папирус, папирус, где у нас папирус? Ну да, тут нужен клей, как бы. Короче, до хрена всего нужно сделать, чтобы сделать еще до хрена всего, чтобы опять сделать еще до хрена всего. Ой, клей у нас соль, соль у нас с вами это морская вода. Короче, пока мы с вами здесь, видимо, ничего не апгрейдим. Ну, разве что тут вот наши угольные штуки. И каменную мельницу можно сделать. Так, слотов для очереди 3 будет, слотов для готовых ресурсов тоже 3. Ну, короче, только слоты появятся, в общем-то, да? Ничего такого. Ага, ну и вот, собственно, появились у нас каменная мельница, следующий уровень второй, да, коптильни, вот эти вот, получается, сундуки, лесопилка. Ага, лесопилка звучит, кстати говоря, хорошо, потому что колодец. Только на улице, за раз один. И что, а здесь, наверное, можно будет наших призраков поднапрячь, чтобы они нам сами воду доставали. Слушайте, это хорошо. Кровать появилась, шредер. Используется для переработки ненужных предметов, которые с вами там целый ящик, судя по всему, есть. Для, наверное, тех предметов, да? Я так понимаю. Хорошо. Не, слушайте, есть кое-какие интересные вещички. Надо нам с вами листов сделать. Тут и медные можно использовать. В общем-то, сейчас мы с вами будем строить, видимо. Деревянная стенка. Это ладно. Деревянный пол, это дома строить. Канделябр. Короче, вот меня интересует то, что у нас с вами появилось новое. Окей, сейчас будем тогда с вами заниматься грейдом. Я думаю, грейдом и постройкой новых станков. Вот это вот прям вообще хорошо. Значит, нас с вами... Лопата еще нужна будет железная, потратить на него, офигеть. Колодец вот такой вот у нас потом будет. Ладно, давайте пока вынесем тоже рецепт сюда колодца. Лесопилка меня тоже интересует. И шредер меня тоже интересует, естественно. Ну, кровать хз, интересует ли она меня? Да, чё-то хз, честно говоря. Она, конечно, устанавливает немножко всяких штук, только ради этого можно и поставить, но она остается в помещении.
Значит, нам с вами нужно будет домик построить, да, для этого. Ну ладно, это попозже разберемся. Кровать, кровать. Значит, так, лесопилка, шредер получается тоже. Давайте вынесем сюда его, чтобы понимать, что к чему. Ну, с него, наверное, и начнем тогда. Ну, для колодца у нас с вами есть, в общем-то, все, кроме сейчас лопат. Ну, дополнительно. У меня сейчас одна есть, как бы я уже сделал себе тоже лопатку. Ну, давайте подождем, когда там сейчас все скрафтится. И будем делать лопаты, построим колодец. Колодец построим, наверное, где-то здесь, рядом как раз-таки с фильтрами, чтобы было удобненько, да? Чтобы сразу можно было и воду здесь добывать в одном месте, и сразу ее в чистую. Хотя, наверное, в колодце может быть чистая вода сразу-то будет. Чего она там должна быть нечистая? Это... Может быть, вместо этих фильтров вообще поставим себе колодцы здесь, да и все. Ну, сейчас разберемся. Сейчас, когда поставим их, уже увидим, какая там вода получается. Я думаю, что должна быть чистая из-под земли-то. Чего там есть, собственно. Так сказать, тут земля в виде фильтра уже выступает, да? Ладненько, тогда мы с вами сейчас колодец, это хорошо. Дальше лесопилка, значит, нам с вами нужны тоже лист железа, получается, и кожа. Кожа у нас с вами немножко была, надо, кстати, пойти животных еще, блин, подобывать опять. Потому что у нас кончается. Кожа есть, еще немножко есть шкуры, кстати, надо сразу тоже в дубильню запихнуть, чтобы она там перерабатывалась потихонечку. Полигонечку, так. Не так уж много, но благо здесь животных еще тоже, по идее, должно быть много, которыми можно повзаимодействовать. Так, здесь у нас лист готов. В принципе, лесопилку можем уже ставить, да? Допустим. Но давайте посмотрим. Лесопилочка. Так. Или можем поставить шредер. Но я думаю, на него мы с вами еще и лист меди сделаем. Вот это нужен был еще лист меди или нет? Шредер, мельница, только это. Колодец. Так, ну короче, медный лист сейчас сделаю специально, чтобы не тратить. Чтобы не тратить тогда. Давайте один возьмем пока. Чтобы железо там на что-нибудь другое потом пустить. Так, лист меди тоже будьте любезны, изготовьте. И в первую очередь, пожалуйста, его сразу сделайте. Ну, лесопилку поставим рядом с кострами, например. Пускай здесь стоит. Так, в какую сторону вообще вращается? Не видать нифига. Вот так, может быть, ставить. Да, без разницы, давайте ставим здесь, можно будет переставить потом. Все. Ставим рядом с кострами, как раз здесь у нас с вами пиломатериал есть. Которые нам с вами нужны будут. Лесопилка есть, отлично. Дальше, шредер мы с вами ставим, да. У нас есть... Медный лист, но я сейчас остальное на всякий случай выложу, чтобы они железный не потратили. Так, железный, пожалуйста, не тратите, ладно? Хорошо, спасибо. У нас есть медный. Так, ну и как раз здесь рядом у нас сундук со всяким хламом. Здесь-то мы с вами все это дело и поставим тоже рядышком, чтобы было удобно. Так, шредер запихиваем его сюда. Так, два слитка. Все есть тоже, да? Вот такая вот хреновина, которая будет это проглатывать и перерабатывать нам на нужные компоненты. Отлично. Лесопилка готова тем временем. Давайте глядь, что-то в ней. Ну, доска, да, доска из бревен. Три штуки за 15 секунд. Так, а на верстаке что у нас там? За 10 секунд. Йоу, как вручную долго-то получается. Мы тогда отменяем, это нафиг надо. Я лучше сейчас там закину. А в лесопилку все. Будет явно быстрее, лучше. Если более инструмент нужен, там просто сама по себе, я так понимаю, да? Рубанок. Угу. Одна доска, а здесь у нас получается одна, три доски из одного бревна. Вот это я понимаю, тема. Это хорошо. Так, ну давайте сразу зафигачим. Поехали. О, пошло. За 15 секунд всего лишь, да, будет получаться? Класс. Во. Слушайте, смотрите, выходит. Но другое дело, другое дело. Теперь-то, так сказать, заживем, что называется, да? Так, дубильник там у нас все готово тем временем. Там тоже кое-что приготовилось. И сейчас мы с вами шредер уже, точнее, достроили почти. Мы поможем побыстрее, чтобы это было. Давайте. И будем пробовать здесь тоже что-то сделать. Готово. Готово у нас с вами здесь разломать. А мы можем вообще все что угодно разломать. А мы можем каменный молоток разломать. Давайте попробуем. Вместе каменный молот. Иди сюда. Хочу разломать. Не-не-не, давай. Так. Во что он превратится? Он превратится в компоненты, интересно, в свои или просто в какую-нибудь хрень? В один камень превратился он. Ну ладно, то есть мы с вами теперь ненужные вещи всякие можем здесь зафигачивать, и, в общем-то, они будут перерабатываться в какую-то, видимо, часть. Ну и самое главное, что у нас здесь сундук есть. Да не нужно мне модернизировать себя, я хочу заползти. И взять, например, сломанная медная кирка. Так, что у нас там с вами обрывки кожи есть. О, обрывки кожи, да, кстати говоря, во что они превратятся? Ну-ка, давай. Разломать. Получится что-нибудь полезное? Нельзя. Так, ну-ка, подождите тогда. У нас с вами еще другие штуки есть. У нас есть с вами сломанный щит, у нас с вами есть сломанный медный меч, например. Ну или кирка медная, например. Ну-ка, 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 подожди. Во, пошло дело. Так, отломается, хорошо. И получается у нас с вами медный лом. Ну а здесь уже в печи мы с вами из лома можем делать всякие штуки тоже. Ну, слитки точнее. Отлично.
Естественно, тоже автоматически здесь происходить ничего не будет, этим тоже должен кто-то заниматься, поэтому ладненько. В общем, мы это с вами построили, хорошо. И у нас с вами остается колодец еще, да? Так, для колодца нам с вами надо сделать лопату на наковальне. Будьте любезны, пожалуйста. Изготовьте, ну или я изготовлю сейчас сам. Лопату еще одну, чтобы у нас тоже в руках она как бы была. Мы это пустим. Блин, у нас до сих пор каменный молот, серьезно. И деревянный клещ, мне кажется, тоже поменять будет хотя бы на что-нибудь. Ну ладно, с ним разберемся, пофиг, что пускай сделаем, как сделается, а там уже дальше будет видно. Досочки пилятся, здесь у нас слом ломается, все шикарно, все прекрасно, хорошо. Так, сейчас сделаем лопату, строим колодец новый, смотрим, какая там вода добывается. Если чистая, значит чистая. Тогда нафиг, в конце концов, нужно будет черпать. Может быть, и не нужно будет черпать вообще ничего. Так, готова еще одна лопата, супер, колодец можем строить. Сейчас мы с вами сразу его сделаем, тогда колодец. Все вроде есть, да, все есть, все хватает. Вот такой вот колодец, ставим его сюда. Прекрасно, строим. А вот и колодец. Так, и что у нас с вами здесь? Как оно... А, ну мы подходим к нему, начинает вода добываться потихонечку. То здесь, здесь просто автоматом она добывается. Можно назначить кого-нибудь, который... Чувака, который будет здесь сразу чист... Ну, чистая вода, естественно. Так, а нам грязная вода, по идее, тогда, получается, наверное, даже не нужна. То есть мы, конечно, можем грядки поливать, но если у нас с вами будет куча чистой воды, да, то мы ей также можем спокойно грядки поливать. Грязную воду... Я вот не уверен, может быть... А, ну и в любом случае... То есть нам как бы не нужно будет ее очищать, я вот к этому. Если даже не нужна будет грязная вода, мы просто пойдем и наберем ее. Тогда разбираем водяные фильтры и строим еще парочку колодцев. Чтобы было. Ну не парочку, хотя бы еще один, да. И рядом ящик, где у нас с вами будет куча воды. Наверное, так. Тогда все это дело мы с вами убираем. Нам это больше не надо. И колодцы будем строить еще. В колодце, к слову, помещается максимум 20 чистой воды, кстати говоря. Но просто будем, значит, вынимать ее потихонечку, да складывать куда-нибудь. Так, ладно, тогда я сейчас сделаю, наверное, здесь сейчас... Можно поставить, конечно, корзину, было бы ради интересно. Но все равно нужно будет сейчас идти в райские острова и добывать там еще больше пальмы, бамбука и все вот это вот. Да. Так, у нас есть пальмовые листья, по идее, это немножко, там чуть-чуть совсем, но есть какое-то количество. 38 штучек, пожалуйста. Вот оно. Ага. Угу. Она ставится только внутри чего-то, что ли? А, только в помещении, да. Блин, ну и хрен с тобой тогда. Тогда мы сейчас поставим тебе еще сундук. Обычный здесь. Ну а на улучшение сундуков можно еще листов меди понаделать. Да, побольше. Потому что нафиг нам железо опять же тратить. Сейчас будем туда медь сбагривать потихонечку, чтобы улучшать наши сундуки, например. Так, здесь у нас еще немножко лома. Ну, короче, надо весь лом запихнуть, чтобы они там потихоньку его переделали. Тогда... В медный. Сломанный щит, интересно, во что переделается тоже. Но это мы с вами все выясним. Так, все, давай разламывай. Я могу сразу еще запихнуть? Могу, кстати. Класс. А, набрывки кожи у нас просто здесь. На столе портного, да, перерабатывается тоже в кожу. Окей. Мы тогда с вами это тоже сейчас все переделаем. Сразу нам кожа нужна, как бы будет в любом случае в дальнейшем. Так, у нас их, правда, не особо много. Раз, два, три. 20-ку оставим сейчас. Ну, вроде все построили, вроде все скрафтили, что могли. Сейчас надо идти за водой в любом случае, да, за соленой, чтобы делать клей, чтобы мы могли сами делать папирус. Ну и так вообще-то материалов подобывать там побольше надо будет. Ну, топор у нас есть с собой. Так, напитки, еда вроде как есть. Ну, хотелось бы, конечно, немножко дальше пробежаться, посмотрим. Может быть, что удастся у нас из этого... Ну что ж, давайте посмотрим. И правда, морская вода получается у нас в сумме, да? Из которой можно будет сделать потому что ту самую соль и прочие штуки для крафта. Ну, на самом деле, есть какая-то точка, да, вот здесь, в которой мы с вами как бы идем. Она очень далеко от нас еще. Так что мы с вами, может быть, сегодня даже к ней не успеем. Но подальше пробежаться мы с вами попробуем. Ну и так, потихонечку. Сейчас надо пофармить теперь здесь ресурсиков, чтобы унести их к нам, да. И там уже, опять же, исследовать что-нибудь. Стеклодуло в том числе. Еще что-нибудь. Чтобы, собственно, можно было потихонечку продвигаться дальше. Так, ну что у нас там получается? Давайте посмотрим. Ну, немножко бамбука, немножко листьев пальмовых есть, да. Воды набрали. Давайте, наверное, сейчас вернемся. Заодно, кстати, надо взять будет... сделать, скрафтить для новых телепортов штуки дома. Так, ну давайте заглянем здесь. Значит, нам нужен был сахар, да, в неком количестве. Ну, пригодится в любом случае. Там повар уровень 2. Так, ладно, папирус у нас с вами... Делается, значит, на верстаке уровень 2, да? Там нужен был клей, насколько я помню. Ладно, сейчас мы с вами давайте сделаем вот как. Мы с вами сейчас... Сейчас мы с вами сахар и вода чистая, окей. Ага, и нам с вами ступка нужна. Ну что ж, тогда ждем сейчас ступки. Так, хорошо. Кроме этого, нам с вами для папируса надо было делать клей, да?
Клей у нас с вами встал, химика делается. Ну, нам с вами здесь и соль нужна как раз, картошка надо будет, молоко, прах. Так, ну соль сейчас мы с вами сможем здесь сделать. Прям давайте, наверное, 30-ку зарядим. Пускай призраки постараются тоже, в принципе. У нас как раз есть пробирка, любая пробирка. У нас с вами глиняная, стекла у нас с вами нету, потому что она делается в доме на печи уровень 2. Но, я так подозреваю, нужно изучить стеклодуву того самого, да, замечательного. Так, ну-ка сейчас посмотрим, дайте их там. Ну да-да-да, нужно стеклодув обязательно, и надо будет еще любая стеклодувную трубу сделать, понятно. Хорошо, тогда мы с вами к этому, в общем-то, сейчас и идем, да, к исследованиям сегодня. Видимо, на них как-то у нас с вами получится сосредоточиться. Но, опять же, для этого нам с вами тоже куча надо всего сделать. Короче, продолжаем фармить с вами. Ну и ладно, хорошо, ну, в общем-то, я даже как-то сегодня на это настроился, скажем так. Так, ну что, у нас с вами уже 100 ниток есть, на какое-то время, думаю, хватит. Хлопковые ткани тоже немножечко есть. Позже мешковины маловато, да, ну это будет с овечками позаниматься. Так, а что у нас там надо было, чтобы, допустим, давайте, может быть, сейчас построим все-таки овчарню, например, сделать, да? А, ну просто доски, просто гвозди, все, хорошо, это не проблема, в принципе, для нас. У нас уже кое-какое количество этого имеется, добра. И доски, и гвозди, у нас с вами все есть. Забираем, давайте сразу заберем побольше всего материалов, да? Чтобы... А, ну, кстати говоря, для еще бамбука и для пальмовых листьев я бы, наверное, отдельно тоже корзину... Ну, или корзину, сундук целый бы сделал. Потому что здесь-то места маловато все-таки получается. И хотелось бы все это дело хранить. Пускай пока строят. Мы с вами сейчас к животным давайте пробежимся. Во-первых, здесь сейчас заберем то, что у нас готово. Да, тут еще в удобрение отправим сразу мешочки. Вот, отлично. Подзабилось маленько, хорошо. Так, ну и нам бы сами, да, надо бы овечек тоже отсюда отделить, чтобы было удобно с них все забирать, ну как у нас с вами здесь с курочками происходит. Вот так вот. Сейчас мы с вами здесь немножко лишнего уберем, так сказать. Тогда. Здесь же вы пройти не можете, да, пока никак? По идее не можете. Так, вот нам загородочка нужна, эта загородочка нам не нужна. Здесь будет овчарня стоять. Но она довольно много места занимает, конечно. Приятный бонус еще, кстати говоря, вот эта вот сфера, которая летает рядом с нами, она нас как бы подсвечивает, территорию вокруг нас тоже довольно уютненько становится. Так, короче, мы с вами тогда сейчас здесь тоже, наверное, сделаем загородочку. Ну, такую простенькую, естественно, для животных, просто ограды из веток. Да, поставим здесь. Так, и как мы с вами, значит, будем здесь еще поступать? У нас, ну, наверное, такую же небольшую территорию отведем под них просто, как и для курочек. Ну, может, чуть побольше будет. Посмотрим. Так, короче, в любом случае, пока у нас сами здесь ограды, все это будет сейчас заграждено. Я думаю, мы сами здесь как-нибудь так сделаем. Так, одна. Вот, все, стройте пока здесь, чтобы они там тоже не сбегали. Ну, хотя им там бэк пройти некуда, но немножечко отгородимся все равно, так или иначе. Так, здесь мы сами как будем строить. Давайте отойдем сейчас, чтобы не мешалось там ничего. А мы сами здесь будем строить примерно, наверное, вот как-то так. Значит, в эту сторону. Здесь у нас она будет тоже внутри стоять. Ну, тогда лишнее это убираем отсюда, собственно, больше нам это здание здесь не нужно. Сейчас тоже заберем сразу ресурсы с него. И там уже почти наши призраки территории достроили, можно будет овечек туда перегонять, ну и потом еще и даже новеньких, так сказать, приглашать к себе. Так, неплохо здесь нападло, кстати, в том числе и мусора, кстати говоря. Сейчас вот все это уберем. Так, что у нас там, давайте посмотрим. А, ну у меня веревки кончились, правда, блин, беда, надо веревок больше. Внезапненько, сейчас будем веревки делать, если есть из чего, правда, вот я что-то не помню, есть у нас лен или нет, сейчас посмотрим заодно. Так, а ну немножко есть даже, кстати говоря, так, ну и сундук, сундук у нас здесь построился, да, скрафтили они, давайте мы сразу сюда пока сейчас все это уберем. Вольмы и прочие штуки, во, уже, как видите, сразу больше половины забилось даже. Хорошо, так, это мы сами здесь пока тоже сюда сложим, это нам не надо вроде как, это тоже можно убрать. Ветки и прочие штуки мы пока с вами оставим для построечек. Так, значит, забираем все, что здесь есть. Да, да, открой же ты его, пожалуйста. Спасибо. И сейчас из этого сразу на максимум веревок. 35 штук все получится. Не так уж много на самом деле, но надо будет поворачивать. Тем временем и соль у нас с вами сделалась. Отлично. Соль это хорошо. Это шаг на пути клея. Значит, молоко, прах и картошка нужна, да? Ну, сейчас пособираю здесь тогда всякого. И картошка в том числе у нас здесь росла. Можно будет часть пустить на клей. Вот вроде все есть. Так, клей у нас получается одна штука из такого количества огромного ингредиентов. То есть максимум мы сейчас с вами сможем здесь это сделать, потому что у нас с вами 30 соли, да, на это потребуется. Ну и остальное, в принципе, тоже все в притычок уже получается. Ну давайте десятку, наверное, клея сделаем тогда. Пускай будет. Все, займутся этими штуками. Так, мы сейчас с вами лишнее все опять же выложим, потому что нам с вами пока не надо. Чтобы здесь тоже не мельтешило нам глаза, так сказать, не маячило. Ну и сахар сразу давайте тоже какую-то
часть сделаем. Может быть, немного, но чтобы был тоже у нас. Он так где-то. Мне нужен, получается, бамбук. Возьмем, то есть, эту пачечку пока. И сейчас как раз штука у нас там уже готова. Я уже на место поставил. Сейчас будем с вами делать сахар. 30 получится, да? Потому что почему? Ну, просто идем максимум 30. Хорошо, все, пускай делают. Ну что, товарищи овечки, погнали. У вас тут сейчас новый домик намещается. Давайте за мной все. Все быренько за мной. Так. Переходим. Дверьку закрываем эту. Так, ты гусь там, сиди на месте. Все, иди сюда. Все сюда, давайте. Оп. Заходим. Не стесняемся, давайте. Ну как-нибудь зайдите, пожалуйста, подальше. Я не могу сейчас дверь закрыть. И мне сейчас отсюда не выйти, блин, себя замуровал, чтобы они не сбежали. А в итоге получилось, что не только сейчас они не могут сбежать, но я выйти не могу, да? Класс. Может быть, вы все-таки зайдете туда, чтобы я мог ворота закрыть? Что думаете? Вот здесь хорошо будет, смотрите, какая овчарня есть. О, заходи, молодец, умничка. Давай. Все, стойте там. Ах, зараза. Мешаетесь. Так, теперь мне не выйти. Теперь выйти, все, класс. Загнали, оставляем их здесь тогда. Сейчас я вам там еды принесу, воды принесу, и будете мне шерсть подгонять. ПКД, замечательно. Ну все. Все, собственно, завершили. Это можно пока убирать. Это я просто временно поставил, чтобы здесь у нас ничего нигде никто не мешал. Поставил пугало, кстати, да, чтобы здесь, если что, будем респаунить локацию, то здесь никто не спаунился. И отгонять всяких засранцев. Так, а вот с соломой-то у нас проблемы, кстати. Солома у нас, по-моему, закончился. Значит, поворачивать будет, чтобы овцам было что кушать. Так, у нас там, получается, еще гусики остались и коровки, да? Угу. Я думаю, что у нас как раз здесь места хватит, в принципе, переместить их всех сюда просто-напросто, и все. И будет норм. Здесь, допустим, гусей, или, наоборот, здесь гусей, здесь коров, или здесь, ну, без разницы как. Короче, сейчас пойду выращивать туда еще солому, чтобы овцам тоже разложить там ее, чтобы они могли кушать. Во, клей подоспел, 10 штучек есть, супер, сделали они клей, молодцы. Так, там сахар делается, продолжает делаться, да, здесь у нас с вами... Наши соки выжимаются. Так, сахар 23 штучки. Куда мне положить-то? Ну давай пока сюда сбагрить тоже. Надо будет тоже корзину, думаю, заменить на... Мы сейчас так и сделаем тогда. Сейчас заменим. Корзину убираем. Здесь поставлю ящик. Ну вот, другое дело. Как-то поприятнее будет. Так, ладненько. Что там у нас есть с вами? Клей. У нас с вами есть всякие штуки. Что-то там надо было еще, да? Для того, чтобы делать. А, не, все есть. Можно выбрать вообще либо то, да? Да давайте, наверное, листья пока тогда из листьев сделаем. В принципе, это сейчас уберу. Так, вот еще прах пока делайте. Ну, делайте, да. Нам один клей нужен. Блин, один папирус получается из одного клея всего лишь, да? И три листа нужно использовать. В любом случае, 10 штук мы с вами можем сделать. И нам хватит на что-нибудь. Давайте сразу в очередь поставим. Но нам как раз нужно 9. Получается, 9, 3 сюда, 3 сюда и 3 сюда. Еще про ракушка нужна. Здесь сахар есть у нас, повар сможем исследовать, да? И здесь у нас тропический песок. О, кстати, на тропического песка накопать еще будет. Вот он еще. Ну, я думаю, копать тоже здесь просто на пляже можно, да? Давайте сейчас так и сделаем, бам. Тропический песок, да, он самый класс. Копаем. Какие-то сундуки там, вижу, слушайте, стоят. Надо будет их поскрывать, что ли. Так, ты тут в меня нет самой, не стреляйся особо. Чертов скелет. С ракушек я, кстати, пока что здесь не видел. Наверное, что на меня упало? Что, рубин упал? О! Рубин, прикиньте, упал реально. А может быть, дропчик будет снег какой-нибудь. Ну, может быть, не снег, может быть, дальше где-то. Так, черт, обезьяны бесячие, как же меня раздражаете. На тебе слука, тебе тоже у нас слука. Хорошо, они с одной стрелы разлетаются. Как же здесь их много? Вот зачем так надо было много делать в одном месте? Ну, чтобы страдать. Естественно, зачем же еще? Давай, стреляй. Не позволяем, так сказать, с собой издеваться. Так, здесь какая-то явно... А, или нет? Это тоже какой-то остров, видимо, да? Все-таки называется Тарайские острова же. Но сундук меня там заинтересовал. Сейчас пойдем посмотрим, что там за сундук такой был. Блин, я не заблудился бы здесь. Вон он стоит. Так, здорово, чувак. Капец, как тебе пройти вообще? Ой-ой-ой, эти опасные ребята. Они очень больно стреляются, пуляются. Всякой херней. Так, а открытая местность против них не очень хорошая идея, на самом деле. Где-то там есть, я не вижу тебя, друг. Еще и это самое. Ой-ой-ой-ой. Ну, по десяточке бьет, как бы не то чтобы супер сильно, но неприятно все равно, знаете. Все равно не особо приятно. Вкупе с том, что там лом упал какой-то, да? Сломанный железный меч. Ага, лом с них валится, значит. И причем железный, ну хорошо. Так, я все-таки попробую сейчас, так сказать, забрать вас в сундук. Если вы не против, товарищи скелеты. Я думаю, что вы не против. Как бы особо выбора нету.
Да сколько... Ядрить. Погоди. Ой, как вас здесь много-то, эти бомбер... Ядрите, ними еще глуша. О-о-о-о-о-о, не-не-не, все, пока. Чё-то это... Не тот район. Да отвалите же вы от меня. С ними нужно разбираться в этих кустах, они там хотя бы как-то... Так, слушайте, ну это слишком много вас, не вам не кажется? Вам не кажется, что вас там слишком много? Сейчас я отличу как? О, оглушил, хорош. Но все-таки нравится мне булава, она хорошая. Там, в принципе, если меч смотреть, то он шустрее, но по урону все равно меньше получается у него. Да и затрат примерно так же на энергию. Так что хотя бы еще иногда оглушает, а меч вообще не оглушает. Да когда же вы там кончитесь-то все уже? Так, это сундук или что? Это мой сундук, да? Зараза какая. Так, сейчас лепешка у нас есть. Что-то мне плохо становится, надо отойти немножко. Дышаться, мне кажется, да, потому что туда соваться. Супер уж много их там как-то, блин, понаставили. Как по мне, так перебор, конечно, с мопсами здесь. Но это лично мое мнение, может кому-то нравится. Давай ломай сундук, что там в сундуке есть? Ничего, да? О-о-о, нихера себе, что там? Ром! Время потребления 10 секунд, превосходное качество, еда. И что он делает? Нифига себе, ром упал какой-то. Жемчужина, хлопковая ткань. Что-то новенькое, что такое, что? Что-то здесь упало? Зашифрованная карта? А? Ладно, нашли какую-то карту в сундуке, прикол. Ой, ну я с собой, кстати, ресурсов не взял на телепорт, так что сейчас особо далеко бегать не будем. Просто так пробежимся, я сейчас за песком пришел сюда на самом деле. Булька. Ну ладненько, что, домой мы с вами вернулись. Блин, прикольно, что рубинов пособирали каких-то, не знаю, для чего надо будет. Но для чего-то, видимо, надо, может, какие-нибудь там кольца делать потом. Или что-нибудь типа того. Так, окей. Здесь сейчас собираем все, что они наделали, да? Нет места в инвентаре. Воу. Забилось. Блин, что интересно такое за ром? Ну, я пока оставлю его здесь. Ну что, давай смотреть. Значит, мы с вами сейчас в стеклодуву пойдем, да? Будем исследовать вот это вот дело. Стеклодув и повар, получается, мы с вами сможем это сделать. Так, два пера надо. Чернил, да хрена ли он, правда? Нужен нам с вами. Ну, сейчас будем делать тогда. Так, чернила у нас там, а ничего. А, яйца нужны. Яйца, кажется, были. Здесь, да? И какое-то количество чернил даже вроде было. 5 штук осталось на одно исследование. Ну, ладненько. Кое-что мы с вами здесь крафтили. Мы сейчас можем пойти к станку с исследованиями. Так, стол исследователей. Стеклодув изучаем, да, и как раз у нас с вами ровно 10 чернил получается. Можем с вами и повара захватить второго потом будем. Ну, давайте со стеклодува начнем. Потом сразу повара возьмем. Да, и посмотрим, что у нас с вами новенького появилось. После этого. Так, стеклодув есть, отлично. И повар сразу второй уровень тоже исследуем. Готово, супер. Ну что ж, идем смотреть. Так, давайте сначала к столу для повара. Подойдем, посмотрим. У нас с вами здесь фруктовый кекс появился. Здоровье 55. У нас бананы или финики. И мука, кстати, да. Неплохая вещичка, неплохая. У нас есть финики, но мы с вами можем добывать их, просто рубить пальмы, получается. Муки у нас с вами тоже немножко есть. Смузи. Так, это у нас с вами бананы плюс виноградный сок. Угу. Это у нас с вами будет восстанавливать неплохо так энергии. Хорошо. Пахлава. Сахар плюс мука плюс либо финики, либо что-нибудь такое. Здоровье, энергия тоже восстанавливается, да, неплохо. Пинаколада, это у нас имеет энергия 25 и скорость атаки плюс 25% на 15 секунд. Кокос и сок из кактуса плюс ананасовый сок. Вот такие вот у нас вещички здесь появились. Хорошо, ясно, что у нас гусь не домашний бегает у нас здесь. Что у нас с ним появилось здесь? Еще что-то на верстаке появилось, да? Хорошо, в строительстве нового ничего пока нету. Смотрим, что у нас есть здесь. Но стеклянные всякие штуки. Стекло можем делать, кстати говоря, да? И из стекла потом уже склянки. Пробирку можем сделать вот такую стеклянную, кстати говоря. Так, стеклом с вами нужен тропический песок. Селитра нужна, уголь и уголек. У нас это, в принципе, с вами все есть. Кстати, надо будет запихнуть здесь еще, наверное, хотя... Ну да, серы у нас с вами немного. У нас с вами много серной руды именно. Этим надо будет заняться тоже потом. Так, у нас что-то здесь еще приготовилось. 8 слитков, недурно, кстати. Изломы сделали. Так, и на верстаке у нас, скорее всего, с вами как раз таки стеклодувная трубка появилась, да? Или как она называется? А, линзы еще тоже есть ресурс. Из стекла, песка, тропического песка и мешковины делается. Стеклодувная трубка, вот, ее надо бы сейчас сделать сразу. И все.
Так, у нас лист железа получается и 3 бамбука. У нас с вами все есть. И бамбука, и лист железа, по-моему, тоже даже был готовый уже. Да. Один забираю. Сейчас сразу здесь свояем. Так. И запихнем ее потом на место. Готово. Так, ну поехали. Поехали сюда. В печку как раз местечко есть. Оп, для этого, да. Теперь можем делать стекло. Значит, для стекла... Блин, селитра надо. Селитра у нас... Ну, селитра у нас много пока что. Пока что. Но надолго ли это, да? Вопрос вот в чем. Я думаю, что не особо. Так, давайте так, давайте так. И нам с вами нужен песок. Именно тропический. Ну, который мы немножко с вами накопали. Надо будет, видимо, еще идти. И выфармливать его там, чтобы делать стекло. Ну, пока просто сделаем, сколько там получится слитков. Я думаю, что, может быть, нам не так уж много их нужно будет. 5 можем сделать, потому что мало у нас с вами песка, да? Ну, хорошо, пока хотя бы так. Пошло дело, появляется у нас с вами стекло. Дальше уже будем там всякие склянки делать. И то, что надо будет, еще тоже будем с вами, естественно, делать. Что ж, друзья, такая вот у нас с вами сегодня, знаете, серия по исследованию получилась. Мы с вами много чего покрафтили, много чего сделали, много всего исследовали, да. И, ну, правда, кое-что еще не апгрейднули. Например, эти угольные коптильни, например, каменную мельницу. Но коптильни бы хотелось, конечно, апгрейднуть, потому что все-таки там будет, я думаю, шустрее уголь делать. Хотя у нас с вами 4 штуки, их, в принципе, в общем-то, и так. С другой стороны, может быть, там будет повыгоднее немножко сам крафт. Вдруг. Ну, а вдруг, да? А вот давайте-ка сейчас и сравним. Сейчас я одну апгрейду, просто хотя бы посмотрим, сравним. Может быть нет, может просто пошустрее именно будет делаться. Ну, если пошустрее, то, конечно, такое, если у нас как бы и так, в принципе, довольно шустро делается в 4-х-то штуках. Вот, ну а если прям полегче будет его делать, то может поменьше ресурсов, либо больше выработка будет, тогда будет прям вообще, конечно, шикарно хорошо. Так, значит, мы с вами сейчас делаем что? Мы с вами сейчас сделаем листы железа, у нас что там есть по песку, по обычному, да? 14 этого не хватает, сейчас докопаем, глина есть. И надо камней взять. Камни у нас с вами тоже здесь где-то есть. Пачечку возьмем. Короче, сейчас листы делаем, да, приемочка пальчик. Листочек буквально разочек копнуть, да и все. Оп, все, пока хватит. Пока хватит, здесь давайте делайте. Так, еще один листик, и можно будет апгрейднуть. Готово, все есть, погнали. Погнали, давайте вот это вот грейданем. Так, модернизировать. Ну что, вот она, зверь-машина. Давайте смотреть, так. Уголек здесь теперь тоже можно делать, да. 10 угля, воу-воу-воу-воу-воу, 10 угля, всего лишь из одного бревна, найс, а уголек тоже из, ну, из бревна, 15 штук из бревна, а из ветки 8 штук. Окей, окей, это явно лучше, чем, слушай, там костры, в принципе, уже как бы и не нужны будут тогда, если мы с вами сейчас все апгрейдим, все 4 штуки эти, да, будем просто здесь жахать только так. Значит, сравним, 10 угля за 40 секунд получается, да, здесь... А здесь 4 угля за 50 секунд и 3 уголька требуется, а здесь уголек требуется один. Вот это выгода, это я понимаю. Нет, да-да-да, тогда определенно стоит их, собственно, делать. И здесь у нас за 10 секунд получается 8 угольков. 8 угольков за 10 секунд, а здесь у нас получается 3 за 15. Ну, тоже как бы, да, костры идут нафиг. Ну, в принципе, нам сейчас уже и не нужны реально, мы еще что мы здесь делаем. Только глиняные всякие штуки и... Эти штуки все мы с вами можем на столе делать повара. Поэтому, ну, пускай стоят, как бы стоят. Не мешают вроде как. Вот, а так-то да. Так-то, конечно, здесь-то уже явно будет получше варианты, да. Так, у нас, по-моему, сейчас с вами еще угля много довольно-таки. Да, уголек еще есть, так что сейчас, наверное, делать ничего не будем. Но в целом, да. В целом надо грейдить. Так, да, потихонечку-полегонечку все штуки. Все 4, да? Ну, может, даже 4 не надо, может быть, 2 сделаем, в 2 и будем, там, в одной будет уголь делать, обычно, в другой угольки, да и все, и хватит нам такого счастья, чем там 4 штуки все грейдить, посмотрим. Да, этим, я думаю, еще займусь. Да. Что ж, друзья, на сегодня мы с вами будем заканчивать потихонечку, спасибо за просмотр, не забывайте комментировать, нажимать на колокольчик, и мы с вами, как всегда, увидимся, всем до скорого, и пока-пока!